Шпила ZZ Pro M426. Проблема не тянет бумагу в автоподатчике на копирование и сканирование. Ролики пробовали мыть. Отмываем до блеска, чистенькие, но ничего не помогает. Получается проблема вот в этом вот двигателе. Сейчас вам покажу. Вот. Там внутри стоит две шестерни. Одна белая шестеренка просто по центру лопает. Отдельно не поставляется. Данный узел весь поставляется у Филлипса только в сборе целиком. Решение. Можно взять, разобрать, найти нерабочую шестерню, обратиться в компанию, где на 3D принтере печатают качественно, напечатать, а лучше сразу заказывайте штучек 5-10, если хорошие ребята и качественно делают. И в будущем будете менять, и аппарат будет у вас работать вечность.